Родной спит в тишине, снится ему весна. Снегом укрыт, любовью согрет, он бережет всех нас. Ирина Днепровская. Стихи для любимого города. Как вы думаете, что снится городу Бобруйску, когда он спит? Что снится, чтобы благополучно было у всех, чтобы все уважали друг друга. Ну как что? Что хорошее только снится. Хорошая жизнь. Снится. И нормально. На площади Победы бобер? Ничего. Почему? Ну, потому что ничего. Все спят крепко. Вы знаете, наверное, ему наконец-то приснилась зима. И она наступила. Зима пришла. Да еще и с каким размахом. Здравствуйте на вас. Это Надежда в городе Бобруйске. Нынче у бобруйчан много дел. Полсезона вострили коньки и лыжи. И вот, наконец, можно использовать их по назначению. Зима, дамы и господа, зима. Мороз, снег и солнце. Что еще нужно любителям зимнего отдыха? Несмотря на минус 18, на стадионе «Спартак» тренируются гребцы. Правда, сейчас в руках у них не весла, а лыжные палки. Вторую лыжню делайте там! И поехали, поехали быстрее, а то замерзнем. Заслуженный тренер Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Петр Яновский признается, сам начинал как лыжник. Каждое утро мы выхватываем, пока есть возможность, лыжи, лыжи. Летом хорошо на воде, а зимой на снегу. За сильным поедешь и быстрее у самой результат будет. Развиваются все группы мышц. Ну, нормально, в общем. К слову, 1 февраля весь Бобруйск собирается выйти на праздник большой лыжни. Финал между двумя районами города пройдет на Бобруйской арене. Не отстают от лыжников и хоккеисты. В городе уже залито 14 дворовых катков и 12 пришкольных хоккейных коробок. Развернуться есть где. Адреналин какой-то поскакивает немножко даже, когда счет не равен, ходи кто-то. Все обе команды победить. Я тоже поддалась всеобщему азарту, потихоньку выбралась на лед. Мне даже дали клюшку подержать. Показали мне, как правильно держать клюшку. Ребята говорят, вот так. Коньки одеть я не решилась. Все-таки куча мала могут затоптать. Вот так классно мы проводим время в Бобруйске. В очень большой мороз. А вот девчонкам не холодно. Похоже, красота требует жир. Мне нравится снег, мороз. Вот. Нет, когда играешь, все круто. Есть у нас еще одна любимая забава, так называемый слалом по-бобруйски. Как не попробовать? Мороз минус 18 разогнал желающих покататься с горки возле отеля «Турист». Но, как говорится, танки не боятся грязи, а ваши любимые редакторы не боятся снега. Я все-таки попробую повторить подвиг Гагарина, который не был бобруйчанином, но тоже не боялся высоты. Мамочка! Папочка! Совсем не скользко, почти не страшно. Привет, бабушка. А тут и компания собралась на горке. У школьников уроки закончились. Укатали горку до черной земли. Зато подышали свежим воздухом и получили порцию витамина D. Вот она, настоящая зимняя сказка.
Между прочим, первые приспособления для передвижения по льду были сделаны из костей животных примерно 5000 лет назад. В Сибири катались на моржовых клыках, в Китае – на стволах бамбука, а найденные археологами в Казахстане коньки были сделаны из голеной кости лошади. Нынче зима как-никак, а потому по улицам долго не погуляешь. Самое время заглянуть в Бобруйский выставочный зал, чтобы увидеть необыкновенную коллекцию кукол с нашим бобруйским колоритом. Такие куклы каждому понравятся. Даже если вам немного за 30, эта экспозиция не оставит вас равнодушной. Я обращаюсь к дамам, потому что речь пойдет о куклах. Эксклюзивных, неповторимых, сделанных руками наших бобруйских мастериц. Главная по экспозиции кукол в Бобруйском художественном музее Алла Мальцева. На Карабаса-Барабаса совсем не похожа, скорее на добрую фею. Вот такое вот чудо. Такие явно еврейские персонажи, еврейские типажи, точнее, можно сказать. Боже, у меня даже челочки в сеточку. Совершенно верно. Вот посмотрите, насколько детали, все-все-все детали включены. Куклы с бобруйским колоритом – дело рук мастера Евгении Финкельберг. Она вдохновлялась картинами Марка Шагала и персонажами Ильфа и Петрова. Наконец можно увидеть, как выглядел тот самый Коля Остенбакен, друг детства Остапа Бендера, который добивался любви от польской красавицы Инги Зайонц. Две шаги налево, две шаги направо. Перед нами школа танцев, скорее всего. Бобруйская. Может быть и бобруйская, да, тоже еврейские типажи. Исключительно интересные, они одеты. Посмотрите, какие фигурки, какие позы. Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Несомненно, в бобруйском стиле выполнены куклы-шкатулки. Мы, бобруйчане, знаем толк в подобных игрушках. Достаточно популярный такой вид искусства, когда шкатулочку маскируют под фигурку куколки. Бобруйчанам есть где хранить свои сбережения. Совершенно верно. Не только свои какие-то бижутерии, аксессуары, но еще и, наверное, как вы говорите, сбережения. А у вас, у бобруйчанки, вот есть такая шкатулочка, в которой вы храните все самое ценное? Нет, шкатулка простая. Текстиль, папье-маше, полимерная глина. Куклы сделаны из самых разных материалов. Здесь используется поролон и обыкновенный женский капроновый чулок для того, чтобы делать, ну, скажем, пластику именно вот лица. Осталось только определить, какая из кукол претендует на звание «Мисс Бобруйская куколка 2014». Мне, как истинной бобруйчанке, ближе, конечно же, персонажи Финкельберг Евгении. Отправляемся туда. Отправляемся туда. Итак, бобруйской красавицей станет... Или красавцем, может быть. Есть у нас замечательная кукла под названием «Папарацци». Тот самый, который лезет в жизнь, скажем, знаменитых и незнаменитых людей. Джинсы, теплый удоб на кофта. Папарацци одет в излюбленном журналистами стиле. Просто нам нужно везде успевать, чтобы рассказывать вам о том, что нового происходит в городе Бобруйске. В современных магазинах игрушек выбор просто огромен. Правда, прочность совсем не та, что у игрушек советского периода. Они выдерживали испытания огнем, водой и детской любознательностью. Старые игрушки для нас, бобруйчан, как мостик в самое прекрасное и незабываемое время – детство. Какая в детстве у вас была самая любимая игрушка? Игрушка, машинки. Почему машинки? Ну, любила с мальчиками гулять. Куклы. В мое время даже Барби еще появились. Тоже кукла. Как зовут твою любимую куклу? Наташа. Машинки. Какие они у вас были, большие, маленькие? Разные. Я их собирал. И маленькие, и большие. Что в итоге стало с коллекцией? Да закопал. У меня не было игрушек. Некогда было заниматься игрушками. Думал о хлебе насущном. У меня такие воспоминания связаны с Золушкой в голубом платье. Помню, в продуктовых магазинах продавали на верхних полках.
они так в ряд сидели, и вот такие вот у меня теплые воспоминания. Даже вот сейчас уже дочка у меня появилась, я ей купила именно Золушку. Скажите, а вы помните свою первую игрушку? Не помню. Автомат. Так я сама себе пошила куклу, потом соседский мальчик ее забрал, я так плакала. В детстве у нас не было игрушек, мы сами делали. Из чего? Ну, с какого-нибудь платка носового, там рисовали потом глазки, носик рисовали. Да что-то у меня были книжки. Самая лучшая игрушка. Да. А у вас, молодой человек, какая любимая игрушка? Книжки тоже. Обезьяна, наверное. Между прочим, самой распространенной игрушкой в Советском Союзе была неваляшка. Оказывается, игрушка имеет японские корни. Прообразом неваляшки стала фигурка башка, у которого атрофировались конечности после долгих лет медитации. Бррр. А недавно бобруйчане покорили Польшу. В культурном плане, конечно. Сразу несколько бобруйских детских коллективов отправились в город Губин на конкурс «Зимняя фиеста». Фиеста удалась на славу. В одной из номинаций завоевали гран-при. А уж дипломов просто не перечесть. Последние приготовления бобруйский коллектив «Василек» готов показать танец, которым покорил в Польше жюри и зрителей. Точнее, танцы, потому что лидерами стали в каждой номинации конкурса. А как вы считаете, вообще Бобруйск танцующий город? Я считаю, да. Почему? Ну, много коллективов всяких, разных. Какой самый лучший? Конечно же мы. В Бобруйске есть мы. В Польше нас нету. И уж, конечно, в Польше нет такого коллектива, как Шина Най. Он завоевывал жюри песни. В ход было пущено настоящее бобруйское обаяние и, конечно же, талант. В результате дипломы лауреатов первой степени гран-при в номинации «Вокал» у 9-летней Даши Фроловой. Песня была такая сложная для 9-летнего ребенка. Ну, то есть, как сказать? Это же сказал преподаватель и мама. Ну. А ты 9-летний ребенок. Для тебя было сложно петь песню эту? Ну, не очень. В польском Губине ребятне, конечно, понравилось. Там такой красивый город и прикольный он. Но по родному Бобруйску соскучиться успели. Он хороший, красивый, мне очень нравится в нем. А чем тебе нравится в твоем родном Бобруйске? Расскажи. Это может быть, потому что это родина моя, и здесь как-то лучше, легче. А еще Бобруйск... мягкий, потому что здесь все люди добрые. Наверное, пушистый, так как у нас много лесов, красиво везде. Задача юных художников – эту самую красоту увидеть, воплотить, а уж потом выставлять работы на конкурс. Что и сделали Кристина Мороз и Маргарита Барауля, которые занимаются в клубе «Спутник» Центра внешкольной работы «Росквит». Зимние фиесты они приехали не с пустыми руками, у каждой по диплому первой степени. Кристина еще и поет в коллективе «Кантабели», который тоже вернулся из Польши с дипломами. В Бобруйске с пением все в порядке. А как иначе? В городе Бобруйске все в порядке по всем культурным направлениям. А сколько парней в танцевальном коллективе видали? Их вообще очень сложно привлечь в коллектив, но вот эти ребятки у меня такой костяк, самые лучшие, мои самые золотые. Маленькие еще есть, конечно, но они только подрастают. Спрашиваю, что же они хотят танцевать больше, чем, например, народный танец. Они не очень хотят танцевать, им подавай современную эстраду. Ну вот поэтому так привлекаются мальчишки. А мальчишки и девчонки в городе Бобруйске самые лучшие, потому что... Выросли здесь наши папы и мамы, город Бобруйск знаменит без рекламы. Помните с нами некоторые чудесней, ведь про Бобруйск эта песня. Без ложной скромности скажу, что Бобруйск как-то привык идти от победы к победе. И в культурной жизни, и в спортивной. Но говоря о героях, мы иногда забываем имена тех, кто вывел их в люди. Имена тренеров. Непорядок. Нужно срочно наверстать упущенное.
Знакомьтесь, Наталья Юрьевна Позднякова, старший тренер Могилевской области по плаванию. Именно она дала путевку в большой спорт знаменитому пловцу Игорю Бокому. Сейчас Наталья Юрьевна тренирует около полусотни юных бобруйских пловцов, начиная от самых маленьких – семилеток. Они радуются искренне каким-то непосредственным вещам, играм. А уже постарше подростки, немножко похитрение, где-то что-то. Ну, с ними не так интересно. Число лучших тренеров Бобруйска Наталья Позднякова входит по праву. Как там принято писать в характеристиках? Трудоспособный, трудолюбивый работник, коммуникабельно в коллективе пользуется авторитетом и уважением. Для нее плавание не просто спорт. Это образ жизни, это все. Наверное, мы иногда шутим, наверное, нас и вынесут с бассейна ногами вперед. Сейчас Наталья Позднякова в поиске новых золотых рыбок для отечественного спорта. Игорь Бокий вырос и ушел в профессиональное плавание. После инваспорта и триумфа на Паралимпийских играх пытается найти себя на новом уровне. Первый тренер уверена, все у него получится. Такого же мнения о будущем своего подопечного Евгений Усик. Он воспитывает еще одну надежду белорусского спорта – каноиста Максима Петрова. После победы на молодежном чемпионате мира на него особенные олимпийские надежды. Именно Бобруйская школа каноэ считается одной из сильнейших школ в мире. Под лежачий камень вода не течет, нужно работать, нужно для этого что-то делать. Поэтому стараемся. А работать здесь умеют, доказано результатами. Могут научить премудростям гребли даже на тренажере, даже далеких от этого людей. Надо пробовать. Тренируем тело, тренируем дух, потому что без этого жизнь не полна. В качестве духовного обогащения рекомендуем посетить театр, например, ну или другие мероприятия по вашему вкусу. Недаром в городе Бобруйске было столько извозчиков балагул. Не с одним, так с другим до конечного пункта доедешь. Остановка конечная, программа дальше не идет. А вот телеканал «Беларусь-2», пожалуйста, увидимся через пару недель. Всем бобра!